Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем, вернее, заканчиваем проходить Serena New Translation. Все еще хуже, все просто в пике своей плохости, нехорошести. Прошлой серии... Короче, посмотрите предыдущую серию, если вы ее не видели. А это последний эпизод этой долбанной игры. Она мне уже так достала. Господи. Что за хрень? I'm afraid you can't get rid of me easily. So it was you who stole the fruit. It was only a small piece. No! Что происходит? Что это за хрень? Японцы. Вот такие упоротые. Сволочи, я вас ненавижу. Давайте уже закончим. Давайте покончим с этим всем делом. Какой-то ритуал, какое-то пророчество. Непонятно ни хрена. Объясните мне уже, пожалуйста. Чем все это говно, и к чему все это вообще происходит, и чем это все закончится? Hey, what's your name? Howard Wright. My name's Sam Monroe. If you see my Bella again, please make sure she's okay. Wait, you're Sam Monroe? So you're the one who sent me the message. I don't know what you're talking about. Bella? Bella! Сэм Монро, 5 августа, 2 часа ночи. Выяснить правду. Отлично. Мелисса, детка. Ты ничуть не изменилась. Что? А... Продолжить... проникать глубже в гнездо Шибита и убежать от личинки Шибита. Я так понимаю... Нет. Лё. Думаю, это будет забавно. Особенно с учетом того, что мы не можем отбиваться от нее. Да давай уже, беги, мать твою, Сэм. Мы здесь уже были. Воу, воу. Полегче. Как тебе там? Ты же не можешь сюда зайти, надеюсь? О, ключ. Хотя бы с ключом. А... Детка. На тебе, стерва. Ой. Не стоило этого делать. Понятно. Сэм очень мягонький. Мелисса настроена серьезно. Да ну давай быстрее. Что ж такое-то? Забирайся, брат, забирайся, давай. Давай. Ну перестань, ну. Ты же мужик. Твоя жена всего лишь. У вас вся жизнь такая была.
Давай, брат. Тихо. Не надо вот этого вот. Блин, я уже не помню, что, где и куда. И зачем, мать твою? Так, нет. Тихо. Блин, я не помню, куда бежать. Твою мать. Гуляшка чертова. Так, блин, Сэм, ну сделай что-нибудь, пожалуйста, я тебя умоляю. Давай куда-нибудь денемся уже от нее. Хоть танцевай со своей женой бывшей. Дай хотя бы фрок разик. Так, блин, куда бежать-то? Я забыл. Это чертова паника. Забываю, куда бежать. На, стерва. Сюда, наверное. Точно. Ой. Тихо. Быстрее сделай это, ублюдок. Сэм. Отвали. Давай. Иди сюда, коза. Наконец-то. Да блин! Сколько можно? Никого не боюсь, у меня есть ключ гаечный. Так. Теперь куда бежать? Ага, вот куда. Отлично. Забирайся, Сэм, забирайся. Твали, стерва. Отлично. Фу. Ну, это было не так сложно. На самом деле. Во, она уже здесь, отлично. У-ху. Тихо. Нужно как-то ее с помощью антенн, да? Завалить. А как? Как ее антеннами завалить? Скажите, пожалуйста. Тварь. Иди нахрен. Мы развелись. Вот это где?
Тихо. Не надо вот этого вот. Как мне с ней разобраться-то? Какие к черту антенны? Да, может, где-нибудь здесь? Что-нибудь. Что-нибудь, кто-нибудь. Где-нибудь. Окей. Где эта стерва? Ага, все, понял. Давай я буду винить. На тебе, стерва. Еще раз. Ау, больно. Еще одна антенна. На тебе. Блин. Давай, иди сюда, дед. Мне еще есть для тебя кое-что. Где ты там? Блин, он не хочет ходить. Иди сюда, красотка. Кисонька моя. О! Что случилось? О! Это круто. Начинается. И что, все, мы не можем больше. Ты не можешь перешагнуть ее? Твою же мать. Твою мать. Где наш гаечный ключ? Да. Так, ладно. Во! Можно двустволку подобрать. Здорово. Где Белла? Блин. Нужно их как-то, короче, вырубать. Где они появляются? Вот они. Тихо, тихо, тихо. На тебе, стерва. На тебе еще. Еще тебе на. Еще на. Блин. Понял, как-то поудачнее орудует, да? Говном. Сдохните, ублюдки все. Где ты там кричишь, детка? Где? Ой, вон там, да? Где эта сволочь? Блин! Что такое?
девчонку мою хватает. Вот он, ублюдок. Так, и защитить был Монро. Вон они откуда. Сволочи. Лезут. Все вроде. Отлично. Капец. Белла! Стреляй. Ой, господи, живая. Что это такое? Мияко, you're here. I made a promise to you that we'd get out of here together. Мияко? Мияко! Говард Райт, 5 августа, 3, полчетвертого утра. О! This role is meant for you. I'm afraid you better satisfy. Что? Клё. Что мне делать? Победить Сейгу. Блин. Да. У него-то двухстволка. Собственно. Ладно, сейчас. Посмотрим. Может его просто бить? Проще будет. Вау. Дерется он тоже лучше меня, мать твою. Да, ну что такое? Давай. На, а, блин. Сволочь. Стреляй уже. Да. Попал. Не вариант бегать вокруг. Сейчас все сделаем. Победить Кайку. Тихо. Ну ты смотри, что делает. Сволочь. Что это за мир такой? Интересно. Да. Душа. Не очень. О, чё, победил, что ли? Ёкарный бабай. Твою мать. Валим. Почему у меня нет меча, например? А?
の血、私の命を使って力を解き放って。ミヤカオ。Что? Что происходит? Воу! Тихо. Тихо. Сейчас научимся. Где сволочь? О, неплохо, да? Нравится? Ха-ха. With that, my part in this is finished. Юки. Все? Сайга кончился? Бери кит. О, наконец-то нормальное оружие. Пошли, всех убьем. Это ваш Господь. Господь. Какого хрена происходит? Победить Кайку. Что за наркоманский бред, а? Господи. Сюда. А, нужно ее глазами увидеть. Все, понял. Окей. Давай, малыш, сделай это. Отлично получается, да? Нет? Давай еще раз. Опа! Хорошо. Вот она ты. Сзади, да? Где она, сволочь? Ага, то есть, понятно, тут еще и иллюзия какая-то. Среди них нужно настоящую найти. Попал. Ага-га. Лошара. Да? Вот. Давай. Получай, стерва. Нет?
Отлично, да? Нет? А, блин! Не уходи. Настоящее. Ну вот же настоящее, да? Давай ее сожгем. Нет? Что-то не получается. Да? Вот еще одна настоящая. Куда исчезла? Сзади оказалось теперь. Сюда. Нравится? Стерва. Давай так сделаем. Оп. Продолжение. Сейчас. Баба. Миссия выполнена. Отлично. Мы всех победили, все, хэппи-энд, нет? Или как? The alpha of all things is about to be born. Circle sealed. An offer to Ouroboros. Происходит. Попали в Fallout. Everything must be repeated.
So the Bella can exist forever. Howard. That was his name. Promise to Miyako. На самом деле странно было ожидать чего-то еще от этой игры, менее упоротого конца, я хочу сказать, потому что вся игра была просто верхом упоротости, блин, я не знаю. Мне говорили, что в конце будет какой-то вот это поворот. Пока что я никаких вот это поворотов не увидел. Единственное, что Сейга Сайга был какой-то кем-то, не знаю, плохим каким-то доктором. Ну, вроде ключевым персонажем во всем этом деле. Вот думаю, нужно вот это все. Вот эти все статьи, вот эти все, как сказать, текстовые вещи прочитать и, собственно, может быть, тогда как-то лучше откроются мне глаза на всю эту картину. Я не знаю, я попробую их прочитать, и потом, если там будет что-то интересное, то я переведу и выложу все это на канал. Так, что ж. Я не понял, честно. Божество какое-то, какой-то ритуал. Так ничего в конце и не объяснили, в принципе. Ну, божество, ну... А почему? Зачем? Для чего? Кто? Как? Вот. Кем было предначертано? Что было предначертано? Я не знаю. Честно говоря, бред какой-то. Что мне показывают? Типа на каждой главе... Или что это? Показывает мне каждую главу, как я прошел, да? Все? Клево. Вот здесь вот нужно... Ого! В архивах покопаться. Я еще не все архивы собрал, я смотрю, да? То есть не все данные. Вот. Допустим, под конец у нас 50-я запись, да? Музыка из этого плеера. Ладно, не будем, а то YouTube еще забанит видео. Так, Сэм Монро. Да. Я должен собраться. Тут всякие записочки вот эти вот надо посмотреть. Блин, у меня дофига не открыто всего. Может быть, из-за вот этих вот всяких вот записочек. Кстати, да, интересно. Вот Мелисса, кстати. Интересно, надо посмотреть все это в Википедии. Все эти дела. И вообще. Нужно как-то поставить точку в этой истории, потому что конец какой-то был совершенно упоротый и невнятный. И, блин, ну победили мы какое-то глючное божество, состоящее из трех осиных жопок и случайного набора фрагментов насекомых. Блин, как-то могли бы хоть, я не знаю, в конце все объяснить, как в фильме, в котором
В фильме, в котором ты ожидаешь весь фильм, ничего не понимаешь, как бы, и ожидаешь, что в конце тебе все объяснят. И в хорошем фильме тебе все в конце объясняют, и у тебя становится все в голове по полочкам все. А здесь как был бардак во время прохождения, так в конце бардак и, собственно, остался, мать его. Блин, я даже не знаю. Ну ладно, в общем, если что, то, может быть, выйдет еще одна серия. Но так-то я не знаю, в принципе. Надо будет залезть на Википедию и посмотреть, что к чему и вообще. Что ж, спасибо за просмотр. Поздравляю вас с очередным завершенным прохождением на канале. Это было трудно, особенно под конец. Под конец просто тупо. Оставили такие ситуации, что не сдохнув 10 раз и не оббегав весь уровень обратно, то ничего у тебя не получится. Ну ладно, мы это сделали, мы это закончили. Это был хоррор, эксклюзивный для PlayStation 3. Собственно, вот и все. Нет, да, он в некоторых моментах он пугал, особенно мне понравилось место, где в больнице. Каждый эпизод в больнице был хорош. А остальное так, просто раздражало, если честно. Вот в больнице, да, пугал. Особенно за девочку с самого первого раза, когда мы бегали, было страшно. Ну, плохо здесь то, что как только ты находишь оружие, тебе сразу перестает быть страшно. А так, в принципе, да. В принципе, было ничего так. Ладно. Еще раз спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока. Who is me? Bitch, it's you.